цель у нас одна, как бы втянуть ребят вначале. Изначально было, как бы у нас уже микроцикл один прошел уже. Они как бы уже втянулись. И сейчас мы ребятам даем определенную уже нагрузку, потому что у нас сейчас занятия только на земле проходят. И 16 числа мы уже вернемся, день выходной дадим. И там уже начнутся у нас по группам ледовые занятия сочетаться с землей также по группам. Сколько человек сейчас тренируется на сборах? И есть ли среди них приезжие игроки, кто попытается пробиться в состав легиона, так скажем? У нас в основном вся масса, они местные игроки у нас. Пару человек, да, приехали здесь, ребята, они как бы играли раньше в других командах. Они сами севера отсюда, как бы считаются наши. Мы будем считать то, что наши пару защитников. Они находятся в данный момент на просмотре. Вот. Но на данный момент ребята неплохое впечатление на земле оставляют. Посмотрим, что будет на льду дальше.